Вот такая вот штука, но задымление конкретное, я вам хочу сказать. Здорово, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай. Сегодня у меня вечер самоделок. Буду делать дымовуху из нашего советского детства. Купил селитру, взял воды, нашел газету. Задымим тут все! Давайте начинать! Прежде всего, нужно помнить о средствах защиты. У меня есть очки и есть перчатки. Потому что это все-таки химия. Да, и пострадать не очень-то и хотелось. В детстве, кстати говоря, когда мы делали такие самоделки, никто не думал ни о очках, ни о перчатках. А сейчас вот как-то приятнее все это делать, действительно, будучи защищенным. Приступаем, друзья. Прежде всего нам понадобится аммиачная селитра и газета. Где взять аммиачную селитру? В любом магазине, который продает рассаду, семена. Вот эти все дела, я заехал, она стоит всего лишь 60 рублей. Вот. Сейчас, кстати говоря, вот в детстве, да, если говорить о нашем детстве, то достать ее было достаточно сложно. Это нужно, чтобы кто-нибудь у вас работал где-нибудь в колхозе, в совхозе. У меня дед работал, поэтому, в принципе, периодически селитра у меня водилась. Вот где достать газету в наше время, вот это действительно большая проблема. У меня, смотрите, какая вся пошарпанная. Я у бабушки весь дом облазил, чтобы ее найти. Открываем селитру. И пересыпаем ее в воду. Можете спросить, какая концентрация селитры. Я понятия не имею. Здесь килограмм. Воды примерно литр. Я думаю, что надо ее туда растворять, пока вот не прекратит растворяться. Но, кстати говоря, должно быть, знаете, что должно быть? Если все правильно делаете, да, то должна идти реакция охлаждения. Сейчас вода холодная. То есть реакция уже идет. Охлаждается. Так, газета. Для удобства мы ее порвем на ленточке. Так и сушить ее будет удобнее. И замачивать будет удобнее. Алгоритм какой? Замачиваем. Вытаскиваем. Далее замачиваем, вытаскиваем. Теперь эту газету нужно вывесить, сушиться. Можно, кстати говоря, помогать себе феном. Главное помнить, друзья, что сушиться мы ее вешаем не под открытым солнцем. Потому что если повесить под солнцем, то может произойти самовозгорание. Вот поэтому где-нибудь в теньке, в проветриваемом, вот, вешаем. Но главное, чтобы тоже место было не очень сырое, потому что селитра из воздуха впитывает всю влагу и может не получиться. Все, отправляемся сушить. Прошло минут 40, у нас высохла вся газета. Теперь что нужно сделать? В Советском Союзе мы делали следующим образом. Всю эту газету скатываешь в катончик, и нужна была консервная банка, в которую мы все это дело засовывали. А главная задача, чтобы, собственно, наша дымовуха, она тлела, а не горела. Соответственно, нужно ограничить к ней приток воздуха. Скатываем. В наше время есть скотч. Да, как говорится, в Советском Союзе было все, кроме скотча. И может быть, именно из-за этого он развалился. Хотя, вряд ли, конечно. Так, мы скатываем и фиксируем. Ну и дальше, как вы понимаете, нужно будет это дело поджечь. Готово. Готова наша штука. Далее отправляемся ее поджигать. И надеемся на то, что сработает. Поджечь и затушить. Она должна тлеть, а не гореть. Можно еще с другой стороны так сделать. О, пошел процесс.
Пошел процесс. Работает, представляете? Вот оно. Как в детстве, честное слово. Так, друзья, вот такая вот штука. Ну, задымление конкретное, я вам хочу сказать. Все? Все? Ну что, друзья, у меня все получилось. Дымовуха отлично сработала. Дым улетел на соседний участок. Пусть мучаются. Так, это был Миклуха Макфлай, друзья. Чтобы поддержать канал, нужно прямо сейчас подписаться, поставить лайк и в комментариях написать, делали вы такие самоделки или не делали. Пока-пока.